Привет, девчонки! Сегодня я хочу с вами поделиться результатами своего эксперимента на тему «Как уменьшить объемы ног, убрать целлюлит и подтянуть кожу». Эксперимент длился 2 недели. В первый день эксперимента мои замеры были таковы. Ягодицы 92, бедра 51,5 икры по 33 см. На сегодняшний день ягодицы 90, бедра 49,5 и икры по 32 сантиметра. То есть здесь пришло 2, бедра тоже 2, икры по 1 сантиметру. Но это не главное. Главное то, что целлюлита стала значительно меньше. Обратите внимание, кожа стала упругой и подтянутой. Что для этого нужно? Для этого нужно вот такой вот крем. Сауна Баня Витекс. Крем массажный, антицеллюлитный. Белорусский, очень-очень классный. Наносите его на ножки, начиная с щиколотки, вверх до ягодички, включаем ягодичку. Наносим не просто погладили себя, а массажными движениями, тщательно втираем, пощипываем, идем вверх, 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 нанесли. Берем пленочку. Как замотать себя так, чтобы не кусками, а цельной пленочкой. Сейчас я покажу. Ставим пленочку сбоку и заворачиваем ее назад и вовнутрь. Назад, назад и вовнутрь. И поехали вверх. Вверх, вверх, вверх. Почему назад? Потому что плавненько мы переходим на наш зад, нашу попочку, которая тоже не хочет, чтобы на ней был целлюлит. Попочку мы обматываем дважды, потому что если обмотаться вот один раз, то пленка съедет. Так что лучше два раза. Первый раз я обмоталась один раз, и поэтому у меня пленка съехала. Обмотали дважды. Я покажу один, но вы обязательно дважды обматываете. И переходим на другую ножку. И поехали, поехали. Вниз, вниз, вниз. Вот таким вот образом, чтобы пленка была цельной. После одеваем штанишки в облепон. Берем скакалочку и прыгаем в течение 20 минут. Не важно, как вы будете прыгать. Можете с высоким поднятием бедра. Можете просто на двух ножках, на одной, по очереди, как угодно. Главное, прыгать 20 минут. Отпрыгали 20 минут и пулей в душ. Кто-то побежит еще быстрее пулю. Потому что крем очень-очень-очень сильно печет. Я не знаю, с чем это сравнить. Такое ощущение, что вы очень сильно обгорели на солнышке. Вот так вот печет этот крем. Идете в душ, смываете этот крем без моющих средств еле теплой водой. Почему еле теплой? Потому что чем горячее будет водичка, тем больше будут печь ваши ножки во время того, как вы их смываете. Так, когда вы смоете крем, у вас будет такое ощущение, что вы не до конца его смыли, вам захочется вернуться в душ, еще раз помыться, потому что ноги еще все равно горят, пекут. Но это не так. Крем будет печь еще в течение 10-15 минут. Просто нужно немножко потерпеть, подождать, и все пройдет. Жжение и краснота пройдет через 10-15 минут после того, как вы смыли крем. Вот, что хочу сказать, девчонки, сколько и чего нужно будет на 2 недели. Вот за 2 недели я израсходовала 1,5 тюбика, вот здесь полностью тюбик пустой, тут где-то, ну вот так вот, за 2 недели. И еще у меня 1 целый. Я буду еще продолжать заниматься, у меня 1,5 тюбика еще осталось, значит 2 недели работы. И пленочки покупала две штучки по 400 метров. Одну я израсходовала где-то на 10-й день. Ну, посмотрите, сколько осталось этой. В общем, сразу пить 2 пленки, и если у вас цель месяц, то 3 крема. Если 2 недели, то тогда, конечно же, 2. Еще такой момент, девчонки, есть противопоказания к этой процедуре. Это варикоз, и перед тем, как начинать избавляться от целлюлита таким способом, то проверьте, сделайте тестовую пробу. Нанесите крем на ножку, подождите 20-30 минут. Если не будет такого чересчур жжения, может быть, у вас просто чувствительная кожа и просто может быть ожог. Если все в порядке, то вперед, давайте бороться с целлюлитом.
Кто-то, наверное, подумает, почему я записала это видео сейчас, а не в конце, когда прошел бы уже месяц, я израсходовала бы весь КМ. Но я подумала, что просто нечестно будет готовиться к пляжному сезону одной. Мне бы хотелось готовиться к пляжному сезону вместе с вами. Так что давайте, девчонки, готовимся к пляжному сезону, будем вилять красивыми попами, упругими, без целлюлита. Ну а на сегодня все. Увидимся!